храме Рождества Яна Предтечи в Югках состоялась премьера музыкально-просветительского проекта заслуженного артиста России Рената Шакирова «12 взглядов на младенца Иисуса». Это музыкальное произведение для фортепиано написано в 1944 году Оливье Мессианом. Получили большую радость от соприкосновения к прекрасному прихожане и гости храма во имя Рождества Иоанна Предтечи. Перед ними выступил заслуженный артист России Ренат Шакиров. Здесь впервые он представил свой новый проект «12 взглядов на младенца Иисуса». Музыка была написана во время освобождения Франции в 1944 году французским композитором Оливье Мессианом. Для меня Оливье Мессиан – это, конечно же, прежде всего, моральный, духовный колосс. Это человек, образец служения искусству, музыке и вере. Человек, соединивший в себе высочайшие моральные, нравственные качества, потрясающий талант и потрясающие композиторские дарования. Пьесы цикла «12 взглядов на младенца Иисуса» вовсе не являются музыкальными иллюстрациями к библейским сюжетам. Мессиану удалось увидеть все эти события из потустороннего мира особым зрением и слухом и воплотить свои видения уникальным музыкальным языком. Взгляд ангелов, взгляд звезд, взгляд Отца и взгляд небес. В просветительском проекте Рената Шакирова представлены аннотации самого композитора, а также комментарии исполнителя. Музыка удивительная, непривычная для современного человека. Музыка, где гармония небес входит в дисгармонию нашего современного мира. Тут слышны ангельские хоры, и трубные гласы, и скрежет адской бездны, и победа света над тьмой, победа жизни над смертью. Эта встреча – особая форма молитвы, говорит настоятель храма протоиерей Григорий Григорьев. В дальнейшем эта музыка будет звучать в Москве, Калининграде, Сочинской и Донецкой филармониях, а также в залах и соборах Европы.